Петька и Василий Иванович копаются в огороде, и вдруг прямо на грядке садится НЛО. Выходит такая красивая инопланетянка. Ну и пытаются как-то наладить контакт с землянами. Ну, а Петька, он красивая же девушка, инопланетянка, он все сворачивает на тему, как же у них дети получаются. Говорит, вот, ну, расскажите, вот как у вас девочки появляются? Говорит, да очень просто. Достает такой маленький компьютер, нажимает пару кнопок, раз, и девочка стоит. Говорит, нифига себе, а мальчики тогда как? Она говорит, да так же, вот, пум, раз, и мальчик. Говорит, а у вас как? Он говорит, идем покажу. Заводит в дом. Через некоторое время Петька такой выбегает, она за ним бежит. Василий Иванович, Петька, что случилось? Да она, Василий Иванович, хочет забрать мой компьютер! Маленький Яша. Папа, папа, смотри, сиськи на елке. Папа, где? Яша, за что я плачу логопеду? А сейчас сказка, страшная сказка. Поцеловал Иван-царевич лягушку, залез на серого волка, обнял жар-птицу, а в конце и коньку-горбуньку досталось. Ну, не было в лесу женщин, не было!